курочка по-восточному, наверное, с вкусом. Тыковкой на сковородочке. Добавила сюда зиры, куркумы, карри. Вот такую приправку добавила. Вот. Для курочки. Она остренькая. Индийская. Индия. Острая на любителя. Нам нравится. По чуть-чуть добавляем. Она такая на карри похожа. Толстенькая. Вот так вот. Вот такой соусок я еще добавила. Такой соус, он тоже, по-моему, он тайландский, что ли. Да, Таиланд. Производитель Таиланд. Ну, мы любим, вот я люблю больше все такое вот. Остренькое, азиатское бывает, покупаем. Ну, а тут у меня смесь получается. Тыковку сейчас мы добавим еще туда. Вот она у нас. И вот кускус. Вот такой. Такой кускус мы привозили с Туниса. Вот пакетик уже у нас ушел. Вот такой вот. Здесь я не знаю, где он продается, нет. И еще такой пакет на 1 килограмм у нас он есть. Вот я его высыпала в тарелочку. Сейчас я его сначала поджарю вместе с тыковочкой, с курочкой, вот с этим совсем. Поджарю, а потом уже залью водичкой. Посмотрите, какое яркое блюдо становится с тыквой, конечно. Она аромат дает. Ну, тыкву вот мы много куда кладем. Нам нравится тыква. Сегодня просто на завтрак мы взяли ее в гриль. Нарезали вот такими ломтиками, побольше ломтики. И в гриль поставили, пока там чаек, то все заваривался. И вот на бутербродик мы клали сырком. Очень вкусно. Смотрите, вот еще сюда я добавляю вот такую приправу. Она с карри. Вот очень нам тоже. Ну, вот с курой ее, видите, и супчик можно делать курей, и так с овощами. Она вот такая, смотрите, пастообразная. Вот такая паста, вот такая. Я обычно, когда вот лучок поджариваю, там маслица. И вот в это маслице кладу и вместе с лучком уже обжариваю. Дает очень прям такой вкус. Приятный. Тоже это у нас получается, по-моему, тоже Таиланд. Да. Этот, вот такую приправу мы покупаем в ленте. На нее бывают скидочки. А еще есть, вот она этой же фирмы, только тут там нарисованы креветочки. Она больше к рыбе. Она такая с кислинкой и со остротой небольшой. Вот тоже мне нравится. Мы покупаем. Сейчас она почему-то ее нету. У нас на даче есть еще там пару пакетиков. Надо домой тоже привезти. Когда на нее скидка, я покупаю несколько пакетов, и мы пользуемся. Стоит она в холодильнике. Вот так вот мы ее открыли. Я ее не вытаскиваю из основного пакета. И у меня в дверце в холодильнике она стоит. Очень даже замечательно. Не сохнет, не портится. Вот. Она не только цвет дает, но и вкус. Вкус дает очень хороший. Давайте я вам состав вот этой приправы прочитаю. Может быть, кто-то захочет приобрести, кто любит тоже такое немножко экзотическое. Тут будет видно. Лук, шалот, чеснок, красный перец, чили сушеный, соль.
такой вкус приобретает, немножечко как ореховый. И потом заливаю водичкой, жидкостью. Вот у меня тут соус закончился, вот этот вот последний я. И сейчас я сюда вот водички тоже налила, чтобы не пропадало, его оттуда так никак. И вот тоже сюда вылью и добавлю еще воды. Вот так на скорую руку быстренько ужин приготовим. Так, ну вот у нас уже кипит с водичкой. О, красота! Уже скоро будет совсем готово. Сейчас вот я добавлю чесночок свой, почистила. Так, и немножко сои для вкуса. Чуть-чуть совсем сои добавлю. Так вот. Сои мы вот такой пользуемся. Соевый соус. Он китайский. Покупаем мы его тоже. У нас отдел есть. И вот он. Вот такой вот. Очень он густой. И его хватает очень надолго. Вот этой бутылочки. Так как мы не прям много пользуемся. 550 грамм. Нам хватает где-то на год. Очень удобный он. И тут состав, он, конечно, я тут не особо, я просто читала про него. И тот, кто может перевести, пишет, что состав тут хороший, то есть всего 4 ингредиента, как должно быть. Ну и мы сою много разной попробовали, он, конечно, самый удачный. Он густенький, много его не пользуешь. И вот этой бутылочки нам хватает почти что на год. Она вот такая вот вместительная. Ну вот, так вот, сейчас мы это все перемешаем, наверное, немножечко. Еще постоит, пускай потомится. Сейчас курочку перевернем еще. Вот. В принципе, готовить все очень быстро, только добавляй сковородку и пускай дальше потушится минутки 5, наверное, и будем уже кушать. Ну вот такой ужин у нас получился аппетитненький. Ароматный. Вот. Можно добавить поменьше жидкости, тогда будет более рассыпчато. Мы любим, чтобы немножечко было такое, вот как даже бывает, как и побольше жидкости, чтобы как даже с бульончиком было, с таким соуском. Курочка, вот она, пожалуйста, вот разварилась. Ну, буквально, вот, наверное, минут 20 на все у меня ушло. Главное, чтобы куру я чуть-чуть обжарила, остальное все готовится очень быстро. Такое вот получилось у нас. На скорую руку тушеные овощи с кускусом и курочкой. Пробуйте. Приятного аппетита!